Уже точно Петросян с молодой женой предъявили дочь. Пополнение в семье. Счастливый Петросян с молодой женой предъявили младенца. Пара до последнего скрывала рождение ребенка. Евгений Петросян и Татьяна Бархунова счастливы в браке уже 5 лет. Супруги считают, что разница 44 года не помеха их семейной жизни. В 2020 году молодая жена подарила знаменитому юмористу сына Вагана. 4 года спустя в семействе случилось очередное пополнение. Бархунова выложила в личный блог интригующую фотографию в честь своего 35-летия. На снимке пара запечатлена с подрастающим сыном, а также с младенцем на руках. Оказывается, малышка появилась на свет еще несколько месяцев назад, но звездная чита все это время скрывала новости от публики. Имя девочки пока что неизвестно. При этом еще год назад супруга Петросяна отрицала свою беременность и критиковала журналистов, распускавших подобные слухи. Но на пару обрушилось множество поздравлений. Поклонники желают 78-летнему артисту жить как можно дольше, чтобы радоваться успехам своих малышей.